Ловкие, быстрые, смелые. Во Владимире в спортивной школе Олимпийского резерва номер 4 прошел финальный этап физкультурно-спортивных соревнований «Малышок» среди городских дошкольных образовательных учреждений. За кубки и медали соревновались победители и призеры по итогам трех отборочных этапов, а также те команды, которые в прошлом году показали достойные результаты. По итогам состязаний золотую медаль завоевали воспитанники 112-го детского сада. Серебро досталось 14-му Владимирскому садику, а бронза – детскому саду номер 66.